Случайный комментарий попадет в следующее видео. Опа, я, значит, маска так, а аптечки у нас нету? Плохо, плохо, плохо. Было бы прикольно залутать себе дополнительную аптечку в самом начале. Так, тут у нас ничего, тут у нас что у нас? Лайт-зона? Нет, тут у нас не лайт-зона, но хотя бы не охранники, чуваки. Иногда такое бывает, знаешь, выходишь из... спавна за 0.35, а тут хопа, и сразу, значит, у нас офисы. А, знаете, офисы это... Вот, и вспомнишь говно, вот и оно, бляха-муха. Не надо, не надо, ну вы сами понимаете, кто у нас там в офисах спавнится. Не очень дружелюбные к SCP-охранники, которые меня без лута, без всего сейчас убьют. Так, 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 это надо, это надо, это надо. Блин, скромник есть, хорошо, хорошо, то, что скромник есть, это отлично. Но вот лайт-зоны до сих пор нету. Бляха-муха, адреналин, адреналин надо взять. Нужно, нужно, нужно взять. Чуваки, лифты, лифты, хуха, хорошо, лифты есть. Скромник, видимо, сюда пошел и лифты обратно вызвал. Просто красавчик, чё сказать, просто красавчик. На самом деле, скромник плюс маска, это вообще лютая имба, чуваки. Потому что за маску ты просто убиваешь чуваков, а они смотрят вниз. А если они не посмотрят вниз, то, ну, их убьет скромник, как бы тут особо не поразвлекаться. О, скромник, хорошо, хорошо, скромник там загрелся. Отлично, может быть, сейчас что-нибудь залутаем. О, о, здорово. О, зомби, заходи, 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 зомби, заходи. Давай, давай, убивай, убивай, убивай. Вот, с пистолетом, с пистолетом, с пистолетом, убивай его. Хорошо, ой, хорошо, ой, хорошо, хорошо, красавчики, чуваки. Хорошо, как хорошо. Так, все, я дальше прокачиваться, вроде тут никого больше не осталось. Отличненько, чуваки, отличненько. Что за конфета? Ой, хорошо, радужная конфета, это прям хорошо. Ну и фиолетовый сразу съедим, пусть нас чуть похилит. Не понял. Что? Я не могу! Я не могу открыть! Что произошло? Я не могу! И ладно, еще раз прокачаемся. Я не могу инвентарь открыть, чуваки. Я нажимаю на Q на однерку, ничего. А что происходит? А я не могу. А все, я ничего не могу. Я ничего. А я здесь подберу предмет. О. Нет, нет, ничего. Все поломалось. Это потому, что я конфету съел, когда отлично, просто замечательно, чуваки. Просто офигенно. Спасибо, папаша. Просто спасибо, папаша. Ё-моё. Я ничего, вот я нажимаю на Q, на Tab. Я нажимаю на однерку, мне ничего не достается. Может, мне предмет? Нет, мне не могли предметы выпасть. Но инвентарь бы все равно открывался. Ну все, спасибо, тут я и подох. Ну что, прокачай себе на роуч, что? Прокачайся на роуч, просто и сдохну. Тут, чтобы никому мои предметы не достались. Они, наверное, сейчас предметы во мне, и когда я сдохну, они выпадут. Вот, да, видите? Патроны выпали. Ну-ка, выпали. Выпало что-то с меня? Да, вот, вот мои предметы выпали с меня. Ушли. Что это такое? О, все, ну ему капец сейчас. Давай, давай, зомби, давай, давай, давай. Отомсти за маску. Брат, брат, зомби, давай. Нет, брат, зомби. Бляха, муха. Брат, зомби умер. Пресс F to зомби, чуваки. В комментариях, пресс F to зомби. Чё-то SCP мне надоело на сегодня. Пойду посмотрю, что у нас там есть нового в магазине Стима. Так, популярные новинки. О, точно, я же добавлял ту игру в избранное. Так, ага, 9999, но у меня столько нет на балансе. Что же делать? Хочешь пополнить баланс Стима? Тебе поможет сайт Купи Код. Все очень просто. Первое, вводите свой логин. Авторизовываться и вводить пароль нигде не нужно. Второе. Вводите сумму, на которую хотите пополнить в рублях или в тенге. Третье. Вводите мой промокод HELLDOOR, снижаете комиссию на 2% и получаете самую выгодную комиссию на рынке. А перед пополнением советую авторизоваться через ВК или Telegram для того, чтобы получить 50 бонусных рублей и плюс 2% кэшбэка.
Ссылка на сайт будет в описании. И, кстати, сейчас проводится розыгрыш. Можно выиграть Payday 3 за пополнение Стима. Кто Маска? Я Маска? А может быть ты Маска? Так, что у нас так не сюда нам? Не-не-не, не туда нам. Определенно не туда. Так, получается, у нас в той стороне офиса, это 100%, чуваки, то, что у нас в той стороне офиса, потому что там у нас был Т-образный перекресток. А Т-образный перекресток у нас где бывает? Только в стороне, где у нас находятся офисы. Так что вот полезно, чуваки, знать карту, особенно если вы играете за Маску и не хотите нарваться на злобных охранников. Вен, посмотрите, у нас маски нет, но маска есть. Опа. Понимаешь, что чел ебанутый? Чё? Спасибо за хил. Спасибо за хил, чуваки. А, и чё? И чё? Я сейчас захилюсь обратно, чуваки. И чё? Мне пофигу, я обратно об вас захилюсь, чуваки. Чё, качаемся? Маска. Чё надо? Какой кыс-кыс-кыс? И чё? Зачем вы это сделали? Фига хилюсь, чуваки. Посмотрите, просто я уже фул хп почти захилил об них. Маска, ой, маска, скромник, маска, хорош, маска, заходи! Маска. Открывай дверь, заходи, скромник, заходите, скромник. Мистер Скромник, заходите. Покакай, до свидания. До свидания, люди молодые. Я пошел по делам. По делам в оружейку. Надеюсь, тут никого нету? Хух, тут никого нету. Отлично. А сейчас мы, кстати, вернемся обратно в машину, чтобы прокачать себе, ну, вы сами понимаете, пулемет. Да, пулемет нам нужен, пулемет нам важен. Оставим, да. Давайте сделаем, наверное, вот так вот даже. Да, сделаем. Хотя... Да, ладно, пофиг. Оставлю так. Пусть будет. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, сэр. Не хотите поговорить о маске? Что ты там закрылся? А, он сдох. Я для маски хотел подарок. Это что? Ё-моё. Смотри. Чё, да пофигу мне. Да ваша жена. Чуваки, вам вообще пофигу? Тут маска ходит рядом. Им вообще пофигу. Ой. Ослепили меня, блин, у меня хила нету. А у меня второе оружие есть, а у тебя нету, а у меня есть второе оружие, а у тебя нету. Нет! Дядя! Побежали. Я бы сейчас сдох от... Привет. Как дела? Нормально. А ты теперь мой. Значит, ходи со мной. Будешь меня хилить. А пока не сдохнешь. Хили? Ну, в смысле, ты... У тебя, видишь, хп тратится? А-а-а! Вы чё, твари? Офигели? Хил. Срочно хил. Давай. Хилимся, живем. Так, перезарядим это тоже. Это тоже мы перезарядим. Так, нормально. Сейчас там скромник их немного отвлечет, а мы тем временем похилимся. Хорошо. Где они? Здесь где-то ходят? Не знаю, ходят они где-то здесь или нету, но мой план все еще как бы в действии, прокачать себе до пулемета. Ой, хорошо. Хорошо, патрончики, это хорошо, потому что у меня они как раз таки заканчивались. Привет. Вот ты попался, дружочек-пирожочек. А все, в лайт-зоне никого нету, по идее, иди в хэви. В лайт-зоне я тут больше никого не видел. Тут всех, по идее, мы поубивали. Привет. Здравствуйте. О, спасибо за хилки дополнительные. Этого мне не хватало. Благодарю. Шныри, курьер. Приехал. Так, а чё? О, все хорошо. Хорошо. Осталось нам прокачать сейчас хилки. И все, мы отсюда пойдем. Мы это закрываем и прокачиваем сейчас наш пулемет на среднюю и дальнюю дистанцию. Да, вот такой вот пулемет у меня. А это будет на ближнюю дистанцию, соответственно. Так, захилим сейчас аптечкой. SCP-500 мы оставим для битвы, потому что
в битве нужно будет быстро захилиться. И я типа 500 использую. Здорово. Вот как сейчас, например. Привет. А, да мне насрать. А, бляха-муха. Пока. Пока, чуваки. Пока, чуваки, у меня пулемет не заряжен, оказывается. Привет, чуваки. Да мне насрать, я под SCP-500. Да мне пофигу, я под SCP-500, чуваки. Ладно, убей просто нас, убей нас, да? Убей, вот убей, да, вот убей, да. Нет, нет, нет. Бляха-муха. Спасибо, бро. Спасибо, бро, за хилки. Спасибо, бро, за хилки. Чё творится? Там враги, там враги, там враги, помоги! Бляха-муха! Ё-моё, иду, я сейчас сдох тупо из-за того, что пулемет не перезарядил, вы понимаете, чуваки? Я забыл то, что из оружия все патроны выпадают, когда прокачиваешь. Ё-моё! Так, лифты мы вызываем обратно. А вдруг сейчас тут какие-нибудь дэшки захотят уехать. Так, ой-ой-ой, это хорошо. А это хорошо. Привет! А, привет! Пипин, отстань. Нет, не отстану, я буду хилиться, буду, буду сосать с вас хп, буду сосать с вас хп, чуваки. Пипин, отстань. Не-не-не-не. Так. Файн, 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 хорошо, файн, отлично, прокачиваю. Подойдите, пожалуйста, я похилюсь об вас. Подойдите, пожалуйста, сюда, чуваки, подойдите. Я хилиться об вас буду. Какой роуч? Я тебе сейчас в жопу роуч засуну, понятно? Файн, ха-ха-ха, файн. Ой, какие у вас вкусные хп, чуваки, спасибо большое, спасибо большое. Вкусные, вкусные у вас хп. Очень вкусно. Да, вкусно, очень вкусно. Не-не, я пошел. Это я пошел вообще-то. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания, я говорю, до свидания. До свидания, значит, до свидания. Не-не-не-не-не-не, чуваки. Не-не-не-не-не. Меня такое общение не интересует. Меня такое общение пока что не интересует. Вы подождите, я вот оружием как бы... самое, обрету оружие, и тогда мы с вами поговорим уже раз на раз, а может быть не раз на раз. В принципе, мне все равно. Так, хорошо, это мы делаем вот так вот, и это делаем вот так вот. Все, хорошо, хорошо, перезарядим нашу пушку. Привет! Привет! Ой, не привет, понял. Привет. Чё, у меня вторая пушка есть. Пошел отсюда. Здравствуйте. Тебя никто сюда не звал. Пошел отсюда. А у нас подарки для Эльдорадо. Ты не можешь... Ну, я заберу, но тебя, если админ увидит, то забанят вообще-то за такое. Ты не можешь мне разве помогать. Разве ты не админ? Ну, я тебя прощу на первый я раз, так чтобы. Ты чё, охренел, что ли? Это моя оружейка. А ну, пошел отсюда. Уходи. Флешки. А я тебя закрою! Нет, нет, нет. А вот нефиг, потому что... Его забанили, чуваки. Это же он был вроде. Его забанили. Привет. Пойдем этот самый... В машину. Посмотрим, кто у нас там есть. Кого у нас там нет. Ну это самое, главное держаться от тебя подальше, потому что у меня больше хп тратится, когда я рядом с тобой. Так. О, там есть кто-то. До свидания. Там. О! Приветули, братуля! Ха-ха! Отлично. Делай. Делай дело. Так, мы пока это залутаем все. Привет! Привет! Давай! А кто у нас здесь сидит? А кто у нас здесь сидит? Никого. О, вот у нас сидит. Делай зомби, давай, делай зомби. Хорошо, прям отличненько. Так, мы это сделаем сейчас вот так вот, наверное, все хорошо. А, и прокачиваем на файн. Все, уходите, я буду прокачиваться. Я закрываю. Ты хочешь постоять? Ну ладно, стой. От тебя мне, в принципе, хп больше не тратится. Ты же зомби. Они SCP.
Ну, точнее, SCP, но как бы не основной SCP. О, отличненько, эмочка, хорошо. Что не коллаж. Так, мы это все подбираем. И сейчас еще раз прокачаем. У нас, по идее, должен получиться пулемет. Все, отличненько. Одну аптечку пока заюзаю, пока мы тут все равно стоим. Делать нам нечего. Главное, чтобы сейчас какая-нибудь толпа охранников на меня не пришла. О, хорошо, пулеметик, отличненько, хорошо. И сейчас еще раз мы прокачаем до SCP-500 и можно валить отсюда. А нафиг мне вторая карта черная? Не знаю. А давайте выкинем, да, давайте, пожалуй, мы выкинем эту черную карту, чтобы она никому не досталась лишнему. Так, нужно сразу пулемет перезарядить мне. Да, все, сразу перезаряжаем пулемет. Заранее, чтобы потом этого не забыть сделать. И погнали в... Бляха-муха, я испугался. И погнали в оружейку. Не ходи за мной, не ходи, я... Чумному говорю, если что. Чумной, потому что тратит мне больше хп. Пойти... Нет, не пойду. Лучше в оружейку. Лучше сначала я прокачаю нормально себе кроссвек. И... О, кстати, я же могу конфеты взять, да? Я же конфеты не брал. Раз, два. Хорошо. Радужная конфета. Это отлично. Ну и вторую так схаваем, чтобы быстрее добежать до оружейки. SCP-500 сейчас юзать или попозже? Да, попозже, наверное. Попозже заюзай, потому что SCP-500 очень много хилит. И все хорошо. Сейчас мы себе прокачаем все как нужно. Я хочу себе глушители поставить. Вот сюда и вот так вот. Все хорошо. Хорошо, у нас все замечательно. И можно идти теперь, собственно, в хэви-зону. Там уже искать себе цели. Конечно, жаль, то, что зеленая конфета не выпала. Зеленая конфета бы мне очень сейчас помогла. Потому что, да, у меня 3 SCP-500, но SCP-500 вне боя хилится SCP-500 не особо, знаете. Это круто, потому что SCP-500 лучше оставить напоследок. Вот, например, на такой последок, когда у нас МТФники приехали. Ну, сейчас уже нужно юзать. Сейчас уже по-любому нужно юзать. Это 100%. Погнали мок валить. Они спереди, по идее, там спереди чекпоинты. Вроде бы были. Потому что тут умершие охранники лежат у нас. И это, собственно, по вот этому, по этой тропинке умерших охранников мы можем определить, где у нас находятся чекпоинты. О, хилки! Ой-ой-ой, как хорошо. Ой-ой. Иди вперед. Я буду на подстраховке. Они будут отвлекаться на деда, а я тем временем издалека их буду валить с помощью моего пулемета. Справа, они справа. Они справа, вот здесь вот. О, привет. Привет, дружочек, пирожочек. А минус один есть. Хорошо. Так, пока захилим себе полные хп. Так, и... О, конфеты, а что за конфеты? Конфеты. Еще одна радужная конфета. Офигеть, чуваки, еще одна радужная конфета. Это хорошо. Так, я слышал выстрелы вот там вот. Сейчас проверим, кто у нас там стреляется. По-любому МТФники. О, да, минус один есть, еще один МТФник. Хорошо. Привет, дружочек-пирожочек. А, ну иди сюда. Это, да я нормальный. Тут кто-то есть. Походу под кепку ушел, походу. Тут кто-то был, а Тесла я не слышал. А, вот тварь, да, под кепкой была. А, ушлепок, ну спасибо. Тут спасла. Тут, конечно, большое тебе спасибо, дружочек-пирожочек, за такой подарочек хороший. Так, перезарядить нужно наш пулеметик и патрончики на наш кроссвек. Ну, в принципе, у нас... Ой, не надо! Ты чё? Да чё, у тебя патроны закончились в обойме! Чувака просто... Он забыл перезарядиться у него в обойме, походу, патроны закончились. Бляха-муха. Я думал, это уже новая цель идет ко мне. Я пойду на улицу посмотрю. Чё там как? Какие у нас там дела на улице?
Да не, вам со мной не надо. Идите ловите в этих... В комплексе. В коридорах комплекса. Пусть ловят. А я тем временем улицу прочекаю. Может быть, даже, кстати, боеголовку активирую, если она там включена у нас. Так, есть кто? Вроде бы никого нету. Ну, и отлично. То, что у нас никого нету, мы спокойненько сейчас чекнем боеголовочку. Так, боеголовка. Есть что? О, хорошо. Хорошо. Надеюсь, у нас SCP поймут то, что боеголовку деактивировать не надо. Ой, едет кто-то. Кто-то едет. Кто-то едет. А, это свои. А, скажите, чтоб не деактивировали. Пусть идут на улицу, пусть не деактивируют боеголовку. Отключать сейчас нельзя вообще. Отключать это бред. Потому что сейчас мы всех целей выгоним на улицу. И они, как миленькие, под мой прицел не пойдут. Эх, понимаю. Слышь, чумной. Ты можешь сказать зомби? Пусть зомби стоят, ждут пока и нажимают на кнопку, когда боеголовка включится. А я пойду включу боеголовку. Вы тут у кнопки ждите и все. Все, хорошо. Они, если что, у боеголовки стоять могут, потому что там не лестница и там не лифт. Поэтому они там кемперить могут сколько угодно. Никого. Никого вообще нету, грустненько. Не, ну пулемет, конечно, чуваки, это вообще имба полная. Особенно на средних и дальних дистанциях с этим прицелом и с ручкой у него вообще отдачи нету. Вообще просто zero отдачи. Но вот хилки, чуваки, у меня потихонечку кончаются. И это проблема. По идее, тут где-то хилки были. Вроде бы. Давайте посмотрим. Аптечки. Да, аптечка тут есть. Хорошо. Хорошо. Как раз мы сейчас этой аптечкой и захилимся. И пойдем включать боеголовочку. Тут что, офигели? Там кто-то боеголовку отключил. Брат, я помогу тебе. А кто это у нас? А что у нас в карманах? А что у нас в карманах? Все, иди на улицу, я боеголовку сейчас включу. Активируйте сразу боеголовку, давайте. Так, по патронам у нас все хорошо. И теперь идем искать, собственно, боеголовочку. Потому что я не знаю, где она на самом деле сейчас. Еще бы мне одну аптечку, было бы сейчас круто. Так. Капец тебе. Кто там? А кто у нас там такой прячется? А сейчас мы посмотрим, кто у нас там такой прячется. Или не идти, или боеголовку. А, пойду лучше боеголовку, не буду на него тратить времени. Пойду лучше найду боеголовку. Вот она и боеголовочка. Что, по патронам у меня... Ой, по патронам у меня вообще все хорошо, вообще все замечательно. У меня по патронам... Так, на всякий случай. На всякий такой случай, знаете... Есть ли тут кто-то или нет? Никого? Серьезно? Никого нет? Ну ладно. Активируем. Берем аптечечку. Сейчас возьмем. Надеюсь, я успею. А, 80 секунд. Я успеваю по-любому, чуваки. Я по-любому успеваю. Сейчас, кстати, может кто-то захотеть деактивировать боеголовку. Потому что мне... Поэтому мне нужно похилиться. Что, есть кто-то? Не, никого нету. По идее, мне в эту сторону... Сейчас, о, слышу выстрелы. Это, походу, моговцы с SCP стреляются. Вот тут у нас чекпоинт. Да, вот тут у нас чекпоинт. Сейчас посмотрим, кто это тут у нас там с SCP стрелялся. Может быть, не с SCP, может быть, с дэшка какой-нибудь. Так, ну я пока тут постою. Езжай, я пока тут постою. Подождем, пока, может, кто-то захочет у нас сюда прийти. Либо, если кто-то боеголовку отключит, мы сразу быстро сможем... Побежать и убить чувака, который отключит боеголовку. Я в лифте, наверное, буду ждать на всякий случай. Вот так вот. Хотя не-не. Лучше вот так вот, так, вот так вот. Крысица. Пока! А, не пока! Ну ладно, значит, вот так пока. Не так, но значит так. Есть цели? Отменили! Собаки, а? Я сейчас найду. Я сейчас найду, кто это сделал. Хаус приехал. Хаус приехал, чуваки, хаус приехал. Ё-моё, хаус приехал. Но нам в любом случае нужно сейчас идти искать тех, кто у нас отключил боеголовку. Кто у нас там такой наглый бабкин внук? То, что берет и вот так вот без зазрения совести отключает боеголовку. Совсем офигели, а? Я, значит, боеголовку включаю, а они отключают. Сейчас похилимся сначала.
чтобы у нас были максимальные хп. И поехали. Как раз кепка перезарядилась. Отлично. Вдруг там вооруженная цель какая-то. Не понял. Сейчас не понял. И чё? Они типа свалили? Они отключили боеголовку, оставили ее включенной и свалили? Серьезно? То есть вот так вот. То есть вот так вот по-бабуински поступили. Вообще очень по-бабуински, чуваки, хочу вам сказать. Ну, придется сейчас с хаосом, получается, сражаться, чуваки. А, это не хаос. Это у нас, он говорит, куда убегаем? Не понял, куда убегаем? Конец тебе! Конечная остановочка! Куда бежишь? Куда бежишь? Все! До свидания! Остановочка конечная! Я не успею, да? А, победа из себе! Это последний был! Я думал, сейчас сдохну от боеголовки. Но нет, это победа SCP, чуваки.